Ехали мы, ехали. Блин, и приехали. Нету джипа, вытянул бы, нет. Короче, мы, в общем, если так посмотреть, то мы просто висим. Да, Лёха? Вот. Вот там много снега. Ой. А тут вообще висим. Во. Весня, висим. Ой. Сейчас еще покажем. В общем, вот так вот оно все. Вот. Там вот так. Там совсем плохо. Ой. Леха свой стрепик достает. О. Я не знаю, если троса хватит. 100 фит? 125 и 115. Тебе помочь? Тащить. Ой, он какой-то у тебя жирный. Ты его брызгал? А как же? А я за него схватился. Тяни. Ох, по троса хватит, а? Ой, я не знаю, ну да-то еще 100 фит нету. У тебя хватит, вон до того дерева тяни. Вообще ничего не видно, слушай. На видео я имею в виду. Вот там где-то Леха должен быть. А это его трах. Вот он, Леня. Ну, я бы помог, но я ж видеооператор. Держи крюк, видеооператор, сейчас остропу вокруг дерева. Стоп. О! Ну, побольше дерева бери. Да ну. Так дело в том, что оно ближе к дороге. Ну, я понимаю, но у вас видно, будет на бок тянуть. Прямо... Слушай, вообще ничего не видно на этом в телефоне. Пару раз обмотай. Ну, хотя бы подлиннее. О, вот. Занесло нас. Давай, медведи, на велосипеде. Крюк. Сейчас, где он, крюк наш? Вот он, Фредди Крюгер. Не дотягиваешься? Леха, бедный, запыхался. Ой, надо шакал нести. Надо куртку нести, Леня. Куртку? Сверху на трос бросить. Ну, ты это, заходи, если чё. Лёня застрял. Мне надо как-нибудь в сторону, наверное, держаться. Чтоб, если что. Я как хохол говорю. А надо говорить как москаль. Если что. Там можно паузу нажать, если нечего снимать. Ну, надо все запечатлить. Что, тяжело ходить, да? Тянуть. Тебе надо, Леха, переносные лайтс такие, чтобы когда снимаем далеко от трака, возле дерева, допустим. Пошли, чтобы было. Пульт цеплять. Ой, а, ну да, я тут стоять не буду, блин, тут
Трос, если лопнет, хана мне будет. Блин, шакал. Крюк не одевается на шакал. А, шакал под... сильно толстый взял. Поэтому надо его открутить. Можно вот сюда деть. Ну, погнешь шакал или... Возьми, на, подержи. Do it right. Ой. The first time. Сейчас я возьму пульт. Леха запыхался. Ходить только. А я Лехе говорил. Леха, там глубоко. Зависнешь. Не. Пройдем. Говорит Леха. Ну, какой фан без доставания. Так, проверка. Все у нас работало. Ну, натяжечку ему дать чуть-чуть. Ну, я машину сейчас буду подгазовывать. Главное, чтоб... Во. Все, натянулось. Ну, это, в общем, мне куда-то бы стать так, чтоб оно меня не шляпнуло. Стой, снимай! Ну, я имею в виду, Леха, я пойду стану где-то, если тросик вдруг чучу. Ты за лебедкой наблюдай лучше. Ну, да. Эй. Тяни! Поправь там лебедку. А как? Расслабь ее чуть-чуть. А... Рычаг надо поправить. А куда он должен? Вниз быть, да? Леха, он стоит четко. Подожди. Ну, отпусти. О, все. Натягивай. У меня и вес загорело. Потому что у тебя колеса крутятся так просто. Попробуй, но тебе много слэк надо дать. Там лучше расцепить. Или расцепить там. Давай, я нажал на тормоза. Теперь готов. Окей, я даю назад с разгону. Давай. Воу, выехали. Тут мы были. Ну, конечно, на камере ничего не видно. Тут ямы такие, что... В общем, глубоко. Отсюда. Где ты там? Северный олень. Ну, конечно, тут на днище сели. На вот этот бугор. Как я рад, что у меня есть лебедка. Сейчас я самый радый человек, наверное, на этой улице. Да, тут бы нас никто не спас. Ага, сейчас. Надо лебедку смотать. Ага, все, бай. Поехали мы. Да, вот там мы сидели, вот сюда мы выехали. Куда едем? Домой. Домой. Он испугался. Блин, да. Вот она, выручалка.
Все, мы поехали.